Совсем недавно вы заявились на конкурс, который пройдет в Лондоне. Онлайн-конкурс. Онлайн, да? Вот расскажите нам немножко подробнее, что это? Ну, это очень знаменитый конкурс, уже не первый год участвуют там люди. И как бы я увидела рекламу, прочитала, ознакомилась, думаю, почему бы не попробовать. Я заявила себя в разных номинациях, и клип, и авторская песня, и просто как бы перепетая песня. Плюс, как бы, ну, уже когда я общалась непосредственно с организаторами данного конкурса, они мне сказали, что есть плюсы, потому что многие продюсеры, ну, как бы ознакомливаются, просматривают, они выставляют непосредственно на свой сайт эти работы и предлагают очень много каких-то вариантов по сотрудничеству, по работе и так далее и тому Вы уже подобное. решили, что будете петь? Да, Выбрали какие-то конечно. Я уеду жить в Лондон, я бы сказал. Не-не-не, я уже все есть, то есть мне уже прислали сертификат, что я уже являюсь непосредственно участником Участником. данного конкурса. И я отправила свою песню «Королева», которую в Москве мне когда-то подарили. А, так случилось, что мы сделали такой небольшой клип на эту песню, но сделали здесь в Тирасполе, А то мы есть с смотрели этот городом. клип. Кстати, мы тоже хотели о нем спросить, потому что по нем можно, в принципе, изучать Наш ночные город. локации столицы, да, потому что все самые-самые, фотолокации, да, где можно сделать фотолокации. Но красиво получилось. Да, да, получилось. Все спрашивают, а где это? Да. Потому что действительно Ну красиво да, в центре там у нас. был и Олега Гагарина, и ВГ1. ВГ1, где вы были. Ну, театр, понятное дело. А есть еще какие-то места, которые вот там вы не задействовали, но они есть? В Тирасполе, Оставили и на там, лето. да, и там тоже можно Ну, снимать видеоклипы. Я хочу в крепости снять клип. Да. То Это есть у уже меня недорого. сейчас есть такие задумки, да. Чтобы есть у меня одна песня, которая есть Можно без клипа. дуэтом какого-нибудь турка найти красивого такого, знаете, чтобы Но вот того, такой чтобы великолепный век получился. Непосредственно от спецификации песни будет зависеть уже как.